сам собой. Снова. Да. Потом ты. Билл. Джоэл. Сюда. Лезем наверх. Ну и местечко ты себе выбрал. Ну, эти твари, конечно, мерзкие, но от них знаешь, чего ждать. Обычные люди куда страшнее. Уж ты-то должен понимать. О чем он? Неважно. Думаешь, не откроют? Ну, ключа у них нет. Куда нам? Пришли. Нам в погреб. Теперь сюда. Ну, пришли, чтоб ничего не трогало. А ты дверь закрой. Выбирай. Не-а. Но мне пушка нужна. Еще чего? Джоэл, я умею стрелять. Нет. Все. Стой здесь. Ладно. Буду просто ждать, пока меня убьют. Сдается мне, это худшая работа, за какую ты брался. Есть такое. И как же ты сдала себя на это уговорить? Это ее идея. Правда? Значит, баба не так умна, как мне казалось. Ну, хер с ней. Отведи ты эту девку туда, откуда взял. Ее нельзя отвезти назад. Тогда брось, пусть сама добирается. Расскажу тебе историю. Жил-был человек, о котором я заботился. Типа партнер. И я носился с ним. Но в нашей жизни это все ведет к одному. К могиле. Что я сделал? Да просто поумнел. И научился думать о себе. Билл, это все не так. Хрен там. Все так и есть. Эй! Что я тебе сказал на лестнице? Что сказал? Да я тут просто стопку поправила. Не смей трогать! Засранка. Помяни мое слово. Будешь с ней нянчиться, это выйдет Билл, тебе боком. Давай просто закончим это дело. Держи. Давай закончим. Так, сначала я хочу тебе кое-что показать. Что это? Моя новая игрушка. Это бомба с гвоздями. Осторожно, с ней шутки плохи. Если рванет, то разнесет в клочья все вокруг. Да знаю, видел уже. Неплохо? Так, приступим. То, что надо.
Дробовики и бомбы у нас есть, только нахрена они? Время от времени через город проезжают военные. Ищут припасы и снаряжение, но не видят даже того, что под носом. Короче, несколько месяцев назад они тут проезжали, и на них напала толпа зараженных. Набросились на грузовик. Он врезался в стену школы. Аккумулятор еще там. Значит, берем батарею и ставим в машину. Бинго! Я хотел его добыть, но там слишком много зараженных. Ну да к черту. Джоэлу нужна тачка. А если она дохлая? Эта машина как танк. Аккумулятор жив. Может и получится. Да, очень даже. Начнем. Ну, соплячка, если что-то пропало... Да не нужно мне твое барахло. Расслабься. Джоэл, ты за ней следишь вообще? Слежу, слежу. Ух ты! Неплохо устроился. Если хочешь исповедаться, то самое время. Ну что, вперед с песней. Элли, давай. Вон, школа там. Так. Готовы? Сейчас узнаем. Блин. Пошли. Тебе не стоит на это смотреть. И не такое видала. За этими воротами я еще не бывал. Я понял. Ого, вы это слышали? Ни звука. Yeah.
Ладно, так держать. Страшно, блин. Ищите трупы, заберите все. Черт, заперто. Стой, у меня ключ от ворот. Советую не шуметь. Тише, тише. Ты не врал, их тут толпы. Дали бы мне пушку, я помогла бы отбиваться. Заткнись, помалкивай.
сюда. С той стороны привязано. Может, тут пролезем? Собачья дверца? Джоэл, как раз для тебя. Только очень осторожно. Ладно. Зря ты не дал ей пушку. Я тебя понял. Внутри дома тоже есть щелкуны. Нас пока не заметили. Близко. Действуем быстро. Заходим, хватаем аккумулятор, валим нахрен. Не хочу там застрять. Идея ясна. Залезайте. Надо перебраться через фургон. Там дальше чисто. Живей, живей! Кто ее тут оставил? У тебя есть друзья? Нет. Но я знаю, кто мог бы тут пройти. Школа за этим домом. Идем внутрь. Давай, Элли. Джоэл! Что? Помоги открыть. Что я говорил? Вон грузовик торчит из стены школы. Пошли. Они близко, так что не шумите.
Дикун! Они близко, так что не шумите. Эля, бегом! Бегом! Думал, будет сложнее. Наверное, где-то еще засели. Хватит действовать наобум. Как туда попасть? Вот, блин. На крыше автобуса лестница. Подсадите, я могу ее спустить. Только не дай себя убить. Вот спасибо. Хорошо. Теперь нужно добраться до кузова. Черт, слышишь? Они идут. Быстрее, малявка. План такой. Заходим, хватаем аккумулятор и уматываем отсюда. Жесть! Они навалились. Двери заперты. Да он сейчас рухнет. Чтобы достать аккумулятор, нам надо внутрь. Давай, Билл! Есть! Окно открыто, быстрее! Джоэл, тут проход! Черт! Это не поможет! Билл, скорее! Толкай! Ну, ты скоро там? Пусто. Что? Ни хрена нет! Народ! Куда теперь? Билл, куда? Подальше отсюда! Живо, уносим ноги! Вы двое. За мной. Я выведу вас отсюда.
Пожалуйста. Жди его! Мне тут помощь нужна!